Всем ассалам алейкум, друзья. Вот мы сейчас находимся в Теджи. Вот смотрите, какая рыба. Чупра. Короче, чупра называется рыба. Можете купить и сразу вот здесь сразу чистят. Вот. Тетя Люба, это мы вам берем. Сейчас скоро будем у вас, хорошо? Как и обещали. Сразу почистим, чтобы вы не возились. Вот, смотрите, сразу чистят. Килосу на кадар, да, абе? 50 лир. Бенсана топлаячам шимди. Рекламу сделаем, чтобы покупали. 53 лир, а? Это значит... 50. 50 лир стоит килограмм. Рыбы сразу могут почистить здесь. И сразу могут, смотрите, сразу могут вот здесь приготовить. Вот. Район Теджи, друзья. Султан на связи. Так. Так что, тетя Люба, мы к вам едем с рыбой. Карадес каламар да булонор. Onlar ne kadar? Карадес каламар 140 джумбо ама. Карадес. Çok güzel balıklarımız. Ellerinize sağlık abla. Друзья, еще раз всем доброго вечера. Я сейчас приехал к клиентке, которую мы с Муратом любим как собственную мать. Это тетя Людмила, она сама с Фрунзе приехала, ну, с Бишкека. И как бы правильно выразиться, я не делаю ролики с клиентами, чтобы не ставить людей в неловкое положение, но именно вот тетя Люба, она для нас почет, понимаете, это взрослый человек, 74 года, но как она держится... И как она вот переехала в эти года свои, да, это, между прочим, большой урок для молодежи, вот. И мы поэтому очень сильно ее уважаем и дорожим ей. Она сама не знает, что мы сейчас приехали, но я так хочу зайти и вас познакомить с этим прекрасным человеком. Я когда слышу ее смех и вообще ее голос, мы с Муратом получаем очень большую энергию. Вот, и она хотела рыбу, мы сейчас рыбу нашли, купили и приехали в гости, короче, к ней. Сейчас поднимемся, посмотрим и проведаем заодно, посмотрим, как она. Вот. Ну, короче, идем в гости. Мы просто в дороге ехали и вот, и мы находимся у тети Людмилы. Я Люба говорил, но это тетя Людмила наша. Значит, я просто говорил подписчикам, что я просто горжусь тем, что вы рядом с нами. Да, тетя Людмила бывшая альпинистка. И просто я молодежи хочу, знаете, объяснить так, что не объяснить, а показать. Вот вы свои вот эти прекрасные года, да, приехали, вот на море ходите по утрам, 7 часов утра. И вот у вас есть вот эта вот, знаете, хватка, которой нету у многих. Я вот с людьми работаю, да, и я вижу, молодежь приезжает и вот так вот боится что-то, вот теряется как бы. Но... с вами по-другому. Я вам говорил, вы мне как родная мама. И поэтому мы на, значит, стороне телефона находимся. Когда что-то нужно, только алло, Султан уже здесь. Да. И мы вами гордимся. Вы наш идеал, можно сказать, да, принцип. Самый дорогой клиент. Просто я так хочу сказать, чтобы вы это знали. Я ваш сын младший, может быть. Спасибо. И поэтому вот Мурат также вас любит сильно. Вы здесь не одна, здесь есть мы, и в любое время все, что нужно, мы, это у нас, короче, здесь. Вы, ваше место у нас над головой. Спасибо. Нравится вам, как Турция, место? Ой, да хорошо, замечательно. Я вот прогулялась, то я ходила все время в ту сторону, на море, все хочу сказать, на Иссыкуль. Да, тетя Людмила с Фрунзе. Да. Я все Фрунзе называю. Фрунзе, Иссыкуль. Бишкек, да? Так там больше знает народ. А тут прошлась в другую сторону. Дошла до дороги, вдохнула знакомый запах. Машин, шум. Минуты три я там посидела на остановке. Думаю, нет, я возвращусь назад. Тишина, покой. Море как-то. Все хорошо. Ой, хорошее море. Ну, сейчас, дай бог, приедет дочь. Да, должна. И до приезда за вас мы отвечаем головой. Это я ей тоже так сказал. Поэтому ни о чем не волнуйтесь. Я постоянно здесь.
Просто иногда не хочем тревожить, но обязательно будем заходить. Спасибо. Мурат, тебя тоже сниму. Да, всем нравится Мурата футболки. Я сейчас зарисую. Всегда вот, красный. Мурат сегодня в новой футболке. Ача-ача-бе. На футболку. Вот. Так, что я хотел сказать. Да, у меня был вопрос такой, который меня как бы... Я не ответил на него, но сейчас в прямом эфире хочу, вернее, в записи ответить. Один вопрос был, Султан, как ты относишься к неверным, что ли, что-то такое было? Ты покупаешь ли им квартиры или помогаешь с квартирами? Я хочу здесь... просто ответить, что пророк, саллаху алейхи вассалям, также ходил к христианам и чем мог, им помогал. Мы должны с этого пример брать, а не то, что как-то по-другому думать. Для меня разницы нету. Всех нас создал Всевышний, и добрые дела мы должны делать по отношению к людям, да, короче. Не то, что чтобы там искать какие-то изъяны, а помогать. Если я сегодня смог кому-то помочь, для меня нет разницы, кто он. Его создал Всевышний, я ему должен помочь. Если я могу помочь, я помогаю. Короче, Султан на связи. С Томика. Все, всех обнимаем. Всем пока. Что скажешь об этих цветах? Буйство красок поражает, повелитель. Можешь унести. А сейчас? Так хуже, повелитель. Всевышний любит разнообразие, Рустам. Иначе бы он создал лишь один вид цветов, один вид птиц, одинаковых людей. Однако взгляни, все мы очень разные. Этот стол был красив, потому что на нем были самые разные цветы. На землях, которыми я управляю, все, независимо от языка и вероисповедания, христиане, мусульмане и, разумеется, иудеи, должны жить вместе счастливо и мирно, как эти цветы.